Всем здорово! Давно не записывал опять видосы. Блин, с этой ленью. Вот что еще я заметил. Я из-за того, что приболел, не тренировался. Не тренировался, наверное, недель две или три. И, блин, пропала вообще тяга к жизни. Вся радость от жизни как-то пропала. Вот буквально второй день снова начал понемножку тренироваться. И как-то сразу появился интерес к жизни. Сегодня как-то уже веселее было на работе, и то, и сё, и мысли сразу стали приходить какие-то в голову, и захотелось вот видос записать, потому что уже много раз хотел записать видосы, и много всяких тем было, и что-то все как-то тормозил и тормозил. И решил просто обычный мов такой записать, не о том, о сём, снова вас всех поприветствовать. Вот, и, наверное, так хочу побазарить о всяких разных ситуациях, которые у нас происходят. Пенсионеров, вот опять сейчас там и сям мы слышим под разным соусом какие-то реформы пенсионные, то хотят пенсионеров ограбить по поводу квартир. Но я понимаю, конечно, если у кого-то 100 квартир, вот будет так вот, посмотрите, что у кого-то даже не только 100 квартир, у какого-нибудь пенсионера, кажется, квартира больше там, не знаю, чем однокомнатная паршивая хрущевка. И тоже будут грабить, норовить. Живешь, ты же буржуй. А те, кто записывал на пенсионера по 100 квартир в Москве, там, в Питере или еще где-то, так и будут другими методами пользоваться и записывать на каких-нибудь там инвалидов по 100 квартир, еще на кого-нибудь будут записывать по 100 квартир. Короче, будут жить точно так же, как жили и до всех этих реформ. Что-то пытаются опять нагреть наших замечательных пенсионеров по поводу пенсионного фонда, пенсионных накоплений. Что-то, может, хотят, я читал опять же, что вроде как у работающих пенсионеров будет уменьшаться постоянная часть пенсионных выплат. Вроде как нам всем, которым еще до пенсии далеко и долго, кажется далеко и долго, наплевать на все на это. По сути, на самом деле, нас всех норовят просто-напросто объегорить. И вот, мне кажется, вообще у любого человека спроси, молодой человек не задумывается на самом деле о пенсии. Но по большому счету пенсия это то, вот ты сейчас работаешь, и потом, когда ты не сможешь нормально работать и зарабатывать себе деньги, а ты вроде как должен на что-то жить, ты же работаешь, платишь налоги государству. Государство, кажется, постоянно с твоей зарплаты дерет что-то к себе в карман. Вот. И по факту тебе просто-напросто отберут вот эти вот части и выкинут нахрен на улицу, как использованный материал. Потому что я вот уже точно знаю, что, скорее всего, на пенсию мне вообще не стоит надеяться. Работаешь, потом помер и все, и нет тебя. А то, что тебе будут что-то платить. Посмотрел еще тут видос про то, как здесь, вот неподалеку от моего города, буквально в нескольких километрах, на трассе произошло ужасное, когда человек в лепешку в смятой машине горел заживо и кричал, и вокруг эти вот бегали вокруг него лоботрясы с огнетушителями. Хотя, конечно, хрен его знает, как я бы себя повел в этой ситуации. Ладно, хоть у меня лежит трос нормальный, потому что там даже троса нормального не могли найти, какую-то короткую веревку привязали, и тут же мужик давай кричать, что давай уезжай, уезжай, мол, машину жалко сейчас. Ну, в общем, это ужас. Ужас, если ты представляешь, как человек заживо горит в машине. Еще что примечательно, горел он в семерке, по-моему. Блин, бедолага, жаль. Жаль, что в нашей стране, ладно, хоть не на телегах еще люди ездят и попадают в такие ужасные аварии. Сразу как-то настроение у меня испортилось, и то и все. По работе тоже, блин, все-таки так напрягает работать на кого-то. Так напрягает, когда ты вроде видишь какие-то недостатки, какие-то огрехи в работе, и то, что ты сам, не то чтобы косячишь, то, что в твои задачи входит, ты понимаешь и знаешь, как можно это исправить. Из тебя-то требуют и вроде как спрашивают, но при этом при всем ты понимаешь, что это замкнутый круг, и должна работать полностью вся система. Я не хочу сейчас задаваться там рабочие подробности. Вот. Но ты свою часть выполняешь, но без выполнения других составных частей система не будет работать. А результат требует от тебя. И, короче, блин, срочником, еще раз я сам себе вдалбливаю в голову, что надо делать что-то свое и нахер бросать работать хрен знает на кого. Хотя хотелось устроиться в одну буржуйскую контору, даже не российского формата. Вот там чуть ли не 65 рублей на самой минимальной должности, окладик. Тупо окладик. Вот живут же люди.
тестирование даже писал. И что-то они там провалились своими тестами. То есть вообще все, кто писали тестирование, всех не то что побрили, а просто никакого ответа, ни ответа, ни привета. Я звоню в один офис, они говорят, там в Москве не дают ответа. Писал туда письмо, тоже непонятно. Короче, может быть из-за санкций против Запада, может еще из-за чего. Но если в нашем замечательном мире, либо на самого себя работать нужно, тоже еще хрен его знает. Люди работают сами на себя, и что-то я не вижу, что они сильно лучше меня живут, например. Либо работать на какую-то контору. И все конторы платят такую нищенскую зарплату, что тебе тупо хватает на жратву. Я вот сейчас завел себе программку, поставил на телефон. Стал, короче, отмечать расходы и доходы. Ну, грубо говоря, купил там себе даже жвачку. Я пишу, там 20 рублей потратил на жвачку. Там еще туда все. И куча всяких категорий у меня. На продукты сколько уходит, на квартплату сколько уходит. Так, для прикола, решил посмотреть месяц. Что, почем у меня вообще жизнь, грубо говоря. Так, блин, жизнь у меня оказывается очень дорогая. И вроде особо ничего не покупаю, особо ничего не жру. Хотя купил, конечно, я купил телевизор себе. Надо сделать обзорчик. Тоже сейчас стал типа киноманом. Ну, как киноманом, один фильм посмотрел. Ну, здорово, круто, короче, когда такой большой телевизор. Ты как в кино смотришь, тоже делаю на него обзорчик. Но тоже половину стоимости мне просто-напросто, даже не мне, подарили в какой-то степени. Только из-за этого я выделил денег и купил этот замечательный телевизор. А так он вообще не входил в мои планы. Машину зато не починил. Хотел починить машину, она у меня как-то подозрительно ездит. В итоге забил, езжу на авось, хотя так понимаю, что ездить вообще нельзя. Вместо этого, ну, как, жду следующей зарплаты. Тоже, блин, ну, хрень какая-то. Стал слушать книжки в машине. Наконец-то добрался до этого дела. Вообще люблю аудиокниги. Вот. Надеюсь, буду делать скоро обзоры на новые книги, уже снова послушанные. Потому что-то вообще не читаю. Работаю, работаю, прихожу домой, говорю, всякая ерунда. Пока мелкий уснет, пока то да сё. Уже там часиков 11 или 10, а в коматозе таком. Даже видос записать уже настроения нет. Вот потому что не занимался. Сейчас начну заниматься. Снова будет все здорово. Ну вот так какой-то у меня базарчик ни о чем. О всякой ерунде, которая пришла просто в голову. Давайте, всем пока. Пишите какие-нибудь вопросики, комментарии, там еще что-нибудь. Буду рад видеть. Наконец-то. Самое главное начать, это, знаете, как снова заниматься начинаешь. Там вспоминаешь, вспоминаешь, раз потянулся 10 раз. Вот. И уже вроде как начал. Уже начал, и после этого ты на следующий день уже типа, чувствуешь себя бодрее, хочется потянуться там еще 20-30 раз. И пошло-поехало. Поэтому то же самое вот с видосами. Снова, надеюсь, буду делать нормальные. Нормальные, ненормальные, какие-нибудь буду делать видосы. Вспоминать, каково это базарить самому с собой на камеру. Вот, потому что часто, говорю, бывают всякие разные мысли, которые хочется вам или вот просто себе, вот этому человеку в очках, рассказать. Ладно, всем пока, всего хорошего. Подписывайтесь на канал, смотрите, там у меня так-то есть нормальные, интересные видосы тоже. Вот. Пишите обязательно комментарии, какие-то вопросы, может, хотел сказать, что вам интересно посмотреть, вот, или там еще что-нибудь в этом роде. Ладно, давайте, всем пока, всего хорошего.